зараз давайте долучимо до нашого ефіру ізраїльського воєнного експерта Давід Гендельман. З нами має бути на зв'язку. Пане Давіде, ми вас вітаємо. Добрий день. Давіде, питання таке. От, яким чином зараз проходить операція по знешкодженню терористів Хамас? Ну і, власне, як Ізраїль переживає цю трагедію, яка сталася внаслідок нападу? Сейчас, на данный момент, пока продолжаются и расширяются авиаудары по сектору Газа, также стянуты силы для наземной операции, но она еще не начата, авиационный этап еще не закончен, и вообще, в принципе, официально еще не заявлено, что действительно будет наземная операция, но силы стянуты, силы подготовлены, кроме прочего. Силы мобилизованы не только для Газа на случай войны на Северном фронте против Хизбаллы, поэтому была проведена почти полная мобилизация, больше 300 тысяч. Там общество, разумеется, если можно так сказать, еще не оправилось от общего психологического шока, еще не всех мертвых посчитали, но даже по цифре на данный момент уже больше 900 убитых и 2,5 тысяч раненых. Это, разумеется, огромные цифры, но в общем и целом надо учесть, что война продолжается, поэтому надо сцепить зубы и продолжать воевать. А с причинами, почему так произошло, разберемся потом. А вот это решение про проведение наземной операции, оно уже, ну, как то кажут, неминуче, чи под тиском обставин, коли багато держав почнуть говорити про те, що там мирне населення в секторі Газа. Ну, ви самі знаєте, які можуть бути використані аргументи, що, можливо, покарати Хамас от в такий спосіб і не збільшувати кількість жертв. Ви ж, ну, так завжди було. Багато, в тому числі на Заході організацій, на кшталт Human Rights Watch, будуть казати, ви здійснюєте військові злочини. Есть вопрос, какую конкретную цель правительство поставит перед армией, будет ли эта цель максимум, то есть полный захват и полная зачистка Газы, то есть уничтожение и свержение власти Хамаса, либо действительно удовлетворяться чем-то более мелким, и там теоретически можно и саму наземную операцию проводить меньше, и даже теоретически вообще не проводить, но израильское общество как минимум на данный момент требует такого проведения, несмотря на жертву среди, не только среди мирного населения Газа, но понятные потери израильских солдат, которые, несомненно, будут. Но, в принципе, те, кто уже погибли, это количество примерно сравнимо с плановыми потерями при полном захвате Газа. Это при том, что то, что называется, мы еще не начинали. Сейчас израильское общество несколько иначе настроено в смысле наземной операции. В прошлых раундах эскалации как раз многие были против, говорили, нечего нам туда заходить, особо это ничего не даст. Но есть вопрос, какую конкретно задачу ставит правительство, потому что пока оно ограничилось абстрактными заявлениями, типа мощный удар по военным возможностям Хамаса, Газа запомнит это на 50 лет и прочее, не было сказано простыми словами, буквально, собираемся ли мы свергать и уничтожать Хамас или нет. Поэтому, скажем так, даже если решение о наземной операции принято, оно не озвучено. Что касается западной и другой реакции на гибель мирных жителей в Газе, то учесть количество жертв граждан Израиля, то сейчас Израиль, ну, скажем так, не то чтобы полностью готов на это наплевать, готов на это гораздо больше, чем раньше. А на вашу думку, яку ціль перед собою буде ставити керівництво, та, зокрема, там Беньямін Нетаньяху? Тому що Хамас сказав, що вони вже все виконали, вони можуть йти на мирні переговори. Але ми чули цю заяву, що мирних переговорів не буде і що цей етап, коли можна було про щось мирно домовитися, пройшов. Разумеется, с точки зрения Хамаса можно закончить и сейчас, лучше для него уже особо не будет. Для него был бы идеальный вариант закончить. Разумеется, израильское правительство заканчивать не хочет, поэтому военная операция продолжится, но конкретно цель
если цель, принята ли уже цель уничтожения Хамаса, либо это все-таки будет что-то более минорное, пусть даже мощные удары, но не окончательная стопроцентная ликвидация. На эту тему израильское правительство пока по-прежнему хранит молчание. Давиде, коли ви говорите, що от на столі питання повної зачистки Хамас, ну що мається на увазі? Це ізраїльська армія, це Хал має зайти на цю територію, і що? Вона має зайти і залишитись, чи як? Тому що в Україні насправді стопроцентно суспільство шоковане цим жахіттям, яке ми бачили, яке бачили весь світ, але причини конфлікту насправді не розуміють. Причини конфлікту – це довга історична лекція. Якщо зараз зосередоточитися на тому, що є вже зараз, то, в принципі, вопрос, що потім після зачистки, це вопрос політичний. Іменно тому основная причина, почему во всех предыдущих операциях, даже когда были наземные ходы, то не было полного захвата и полной зачистки, именно потому что неясно в политическом плане, что будет потом, и оставаться на долгий срок израильская армия там и не хочет сама, этого не хочет израильское общество, это не хочет израильское правительство. Если оттуда выйти, кто там будет править? Какие-то остатки Хамаса, которые вылезут из-под обломков, или другие группировки, как исламский джихад или салафитские группировки, или принести власть Фатху на израильских штыках. Все эти варианты считаются не особо желательными в Израиле, но, в принципе, хорошего варианта там нет. Но сейчас, возможно, уже возникла ситуация, когда это уже не так важно. Нужно именно зачистить, ликвидировать все военные возможности, то есть полностью захватить, полностью зачистить, а потом можно даже выйти и, как говорится, делайте там, что хотите. До сих пор этот вариант считался нежелательным, потому что процессы как-то надо контролировать. Но сейчас, возможно, уже дошло до того, что нужно зачистить, а потом, а что делать потом, это мы решим потом. Ми тут показували відео, де Кадиров пропонував свою допомогу Хамас. Чи є у вас така пересторога, що в цю війну можуть в'язатися інші сили? Сейчас на повестке дня стоит сценарий многотеатровой войны, в первую очередь вмешательство в войну Хизбаллы на севере. Именно поэтому был проведен такой массовая мобилизация резерва, потому что большая часть сил уже переброшена и развернута на север на случай войны с Хизбаллой. Скажем так, кандидат номер один на расширение войны. Кроме этого, в целом сценарий многотеатровой войны, как он рассматривается, отрабатывался последние годы в Генштабе, предусматривает, кроме Газы и кроме Северного фронта, также возможная очередная интифада в Иудее и Самарии, возможные арабские беспорядки внутри самого Израиля, по типу того, что было в 2021 году, плюс возможное участие проиранских милиций из Сирии, Ирака, Йемена, и как вишенка на торте, скажем так, прямое вмешательство Ирана. Но как раз Иран теми силами, скорее всего, постарается напрямую в войну не вступать, потому что его обычная тактика и стратегия — это действовать через всех, всевозможных прокси, как-то Хизбалла и все остальные в иранской милиции. Именно с этим связано прибытие к берегам Израиля авианосно-ударной группировки ВМФ США. Это сигнал врагам Израиля, в первую очередь Ирану, чтобы они не вмешивались, потому что за Израилем стоят Соединенные Штаты. То есть это явный сигнал «держитесь в стороне». Но пока реальная война пока идет в Газе, готовность к войне с Хизбаллой. Дальше посмотрим по обстановке. Давиде, як ізраїльське суспільство відреагувало на той факт, що, ну, по факту російська пропаганда, всі ці Z-товариші, Z-співтовариство, ну, вони прямо вболівають за Хамас, тобто за терористів. Як це взагалі сприймається при тому, що стосунки Ізраїля і Російської Федерації, зокрема з Путіним, ну, вони такі неоднозначні, але зазвичай це була, ну, така більша історія позитивна. А зараз як? Яке ставлення до Росії? Зараз, розуміється, ці реакції
в соцсетях и прочем, разумеется, в израильском обществе воспринимается отрицательно, как раз на этом фоне украинские реакции воспринимаются весьма положительно, и очень многие сравнивают то и другое, как от обычных людей в соцсетях, так и заявления на официальном уровне президента Зеленского и МИД Украины, и это сравнивается с заявлениями МИД России. Разумеется, это все воспринимается отрицательно, но, в принципе, Израилю сейчас не до этого, не до того, как, что об этом говорят в России. У нас сейчас война, и мы сосредотачиваемся на этом. В конце концов, на самом деле, ничего неожиданного не произошло. Странно бы было, если бы российские реакции были другие. Ну, зараз українці, знаєте, почали проводити такі паралелі, тому що все це ми і бачили на початку повномасштабного вторгнення, і коли армія Росії відступала від Київщини. І кожен з нас співчував, тому що ми реально розуміємо, що справу маєте з тими терористами, з якими і ми тут боремось. Як ми намагалися зрозуміти з 24 лютого, яка була суть цих самих терористів, для чого вони прийшли, йшли вбивати мирних українців. Так ми намагаємося з'ясувати і для чого, або ж що собі планували ті, хто прийшов до Ізраїлю. Той самий Хамас, який ми бачили, як вони заходили в Ізраїль. Та? Ми бачили, як вони влітали на парапланах, заходили там десь пішки, проривали кордон, десь були на мотоциклах, десь з зброєю, десь з дрелью, десь з якимись інструментами незрозумілим. На що сподівалися? Они, в принципе, планировали добиться того, что они сделали реально, но на самом деле, как ни странно, успех Хамаса, скорее всего, был выше, чем они сами на это надеялись и рассчитывали. Но в любом случае расчет был именно на это. И как можно большее количество убитых и раненых с израильской стороны, плюс захват как можно большего количества пленных для того, чтобы попытаться их потом обменять на палестинских заключенных в израильских тюрьмах. То есть все, что они делали, в принципе, для этой цели это все и планировалось. Просто успех был такой неожиданно большой даже для них самих, что стал для израильского общества, разумеется, большим шоком. Если бы было меньше убитых раненых, это тоже было бы шоком, все-таки не в таких масштабах. Уже больше 900 убитых — это еще не окончательная цифра. И, скажем так, это больше, чем Израиль потерял в шестидневной войне. При том, что тогда при этом Израиль победил три соседних государства. Сейчас мы еще только начали войну и уже столько потеряли, и в принципе никаких побед еще нет. Разумеется, это для израильского общества большой шок. Президент Байден, ну и взагалі Сполучені Штати заявили про те, що буде надана будь-яка допомога для самозахисту. От, ми в Україні певною мірою вважаємо ЦАХАЛ це одною з найкращих армій світу в частині організації. Так от, питання таке, а чого не вистачає в частині зброї ізраїльським військовослужбовцям? Я думаю, що коли розчет на длительну, протяжену кампанію високої інтенсивності, то зарані рассчитывается расход боеприпасов, вооружений и прочего. То есть это не то, что прямо сейчас уже чего-то не хватает, но именно потому, что уже всем понятно, что это долгий конфликт, плюс, самое главное, с высокой вероятностью расширения его на другие театры. Если бы была гарантия, что это только Газа, возможно, это бы еще не понадобилось. Но так как конфликт уже планируется как долгое время на высокой интенсивности, то Соединенные Штаты могут передать Израилю, в первую очередь, дополнительные ракеты-перехватчики для систем противоракетной обороны, потому что у них сейчас очень большой расход. Дополнительное авиационное вооружение, запчасти, артиллерийские боеприпасы и прочее. Это не значит, что всего этого сейчас не хватает, но когда речь идет о долговременной кампании, для того Соединенные Штаты и являются союзником Израиля, чтобы в случае чего помогать. Никто от них не ожидает, что они сами свои военные силы сейчас вяжутся в войну, но помочь вооружением — это бывало и в прошлых войнах, и сейчас это вполне нормально. А вначале это делается просто потому, что уже заранее известно, что это будет долгий конфликт, поэтому лучше перебросить дополнительные запасы заранее, чем ждать, пока закончится, и просить только тогда.
Американські ЗМІ, ну, от, зокрема Washington Post, пишуть про те, що Білий Дім розглядає можливість об'єднати допомогу Україні і Ізраїлю, ну, і зробити один пакет. От ви особисто як до цього ставитесь? Не совсем понимаю, каким образом можно это все объединить. Ну, возможно, после каких-то разъяснений, я бы сказал, возможно, тут какая-то путаница. Сподіваємося, вони в цій плутанині таки зможуть розібратися і виділити все необхідне якнайшвидше для боротьби з тероризмом. На вашу думку, наскільки може розтягнутися ці військові дії, ця війна, зокрема? Весь вопрос, опять же, ограничится ли это только Газой или перекинется на другие театры. Но даже против самой Газы речь идет уже о длительном периоде, многие недели, если не месяцы, но там все зависит от конкретной задачи, которую правительство поставит перед армией. Если, например, речь идет про вариант максимум, то есть полный захват, полная зачистка сектора Газы, то согласно оперативным планам, несколько недель отводится на захват и плюс еще несколько недель на зачистку. То есть мы уже говорим про суммы про несколько месяцев. Только точно говорить не будем, это уже по обстановке, но в любом случае это длительный период. И поэтому сейчас весь вопрос, действительно ли именно такая задача будет поставлена или что-то более минорное. Но сейчас даже на уровне заявления израильского правительства говорят, что будет долгие недели и возможно даже месяц. На вашу думку, вот... На Ізраїль напали, на Україну напали. Ізраїль приїжджає на Рамштайн, де обговорюється постачання зброї в Україну. А саме от ця історія, цей напад, як він вплине на розвиток саме україно-ізраїльських відносин? Якщо вплине? На самом деле україно-ізраїльські відносини, скажімо так, не все випливає в пресу, потім, можливо, що-небудь буде. Что-нибудь можно будет рассказать, что нельзя рассказать сейчас. Но это не обязательно должно быть именно в плане поставки вооружений. Как вы сами видите, сейчас самому Израилю нужны дополнительные вооружения, боеприпасы из Соединенных Штатов. И, в принципе, те же американские склады в Израиле, с них, не далее, как в прошлом году, американцы передали Украине очень большую партию артиллерийских снарядов, которые сейчас, в принципе, могли бы передать Израилю, но сейчас ее нет. Нужно поставлять дополнительно. То есть это еще раз демонстрирует, что можно, Израиль делает, в том числе и за кулисами, как я уже говорил в прошлых интервью, не просто так о встрече в Соединенных Штатах, и Зеленский, и Ермак обнимались с директором Моссада. Помните, намекнем, что это была их не первая встреча, и говорили они явно не о погоде. Но в плане конкретно передачи израильских вооружений, как вы сами видите, Израиль сейчас сам на войне, поэтому сейчас вооружения нужны ему самому еще больше, чем раньше. Знаєте, традиційно нам всім бажають миру, а ми кажемо, що мир може бути виключно тільки після перемоги. Тому перемоги нам всім і мирного неба.